Приветствую вас на канале. Сегодня по просьбе моих зрителей будет импровизация по изготовлению подсвечника под высокую свечу. Понадобится бутылочка от йогурта. Мне больше нравится форма чудо-йогурта. Пол-литровая бутылочка из-под воды и любая другая бутылка большего размера. Герметизирую дно формы пластилином, чтобы раствор не выливался. Буду использовать алебастр. Он крепче, мельче и быстрее застывает, чем гипс. Не делайте раствор слишком жидким, иначе изделие будет очень хрупким. Обязательно долго встряхиваем, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Для прочности изделия вставляю китайскую палочку. Эту палочку я буду доставать, потому обматываю пищевой пленкой. Делаю картонный конус. И заливаю его алебастром. Оставляю затвердевать на несколько часов. Вырезаю место для свечи. Делаю более утонченную форму. Формирую небольшой уклон, чтобы воск от свечи не стекал наружу. Алебастр очень податлив и мягок, так как еще не высох до конца. С ним очень приятно работать. Заливаю основание. Кистью в смоченной воде сглаживаю неровности. На клей ПВА детали приклеить у меня не получилось, они отвалились, поэтому позже приклеиваю на клей для кафеля. Получилось очень крепко.
Хочется сделать основание более тонким и изящным. Сглаживаю все острые детали наждачной бумагой. Вот и ямочки от воздуха. Трясти надо дольше. Заполняю их шпатлевкой. Окрашиваю акриловой краской и натираю свечой места будущих потертостей. Окрашиваю белой акриловой краской на два слоя. Я окрасила кружево в тот же цвет, что и подсвечник. Оно высохло и загрубело, поэтому отмачиваю его в клей ПВА. Наждачной бумагой делаю потертости. И приклеиваю кружево, прижимаю снизу пищевой пленкой. Так как уже весеннее настроение, декорирую цветами. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам творческих успехов.